Скибиди-туалеты. Что я имею против скибиди-туалетов? Да, наверное, ничего. Очень адекватный и хороший сериал. Ладно, это пиздец. Да, наверное, те, кто уже давно понял, наверное, знают то, что главная проблема комьюнити – это всякие скибиди-туалеты, титмаусы и прочая детская фигня. Но что, если я вам скажу, что это не главная проблема Мион комьюнити? Именно главная проблема Мион комьюнити – это дети. Именно дети снимают скибиди-туалетов, они скибиди-туалетов смотрят, лайкают, засирают все остальное, там титмаусов всяких смотрят. В этом-то и есть вся проблема. Ну, если вы дурак, вы, наверное, скажете, а в чем проблема, ну, типа, пусть снимают, что такого тут? А я вам скажу, снимает какой-то школьник, например, какую-то кринжатину, и она залетает в тренды Ютуба. Туда смотрит какой-нибудь здравомыслящий человек, который еще не знает про Мион Плейграунд, видит это видео, и у него в голове получается такая картинка. Мион Плейграунд, говно для детей, где одни скибиди-туалеты, титмаусы и так далее. И теперь для этого человека Мион Плейграунд всегда будет говно. И ситуацию может спасти только три вещи. Первое – это наплыв новых мионтуберов, которые не будут снимать скибиди-туалетов. Но, скорее всего, они их будут снимать, потому что сейчас это типа популярно. Все снимают сейчас эти скибиди-туалеты. Второе, скибиди-туалеты просто потеряют свою популярность или сериал закончится. Но, скорее, ближайший год, два, они будут еще популярны, так что это тоже маловероятно. Можно на это не надеяться. И третий вариант, как по мне, самый вероятный, это возвращение какого-нибудь олдового ютубера, получается Чиз, Мизафа, там Стелс МП, Мелон Муха и так далее. Ну а на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм, там выходят новости, моды, сейвы, ссылка в описании. Ну и всем пока!